Всем добрый день. Утром не назовешь, потому что 12 часов дня. Значит, хочу картошку по-деревенски приготовить в духовке. А картошка удлиненная получилась вот такими, как такими ребрами удлиненными. Так, но я тут чеснок и перец приправу покупала, еще не пробовала. Что для картошки? Не нашла приправу. Ну ладно. Что есть, то есть. Так. И масло обычно тоже закончилось. Придется сейчас оливковое масло. Дефицитное. Ну, в плане. Цена-то не дешевая сейчас. Это мы еще купили. Успели. По такой цене смешной. Так, ну а мы сегодня к брату пойдем в больницу. Передачку передать, и может быть в окошке он там увидит нас, потихоньку ходит, слава богу, как бы со здоровьем все улучшается. И, конечно, тоже такой возраст, когда ну не быстро ты встанешь на ноги. 51 год все-таки. Вот. А еще, как сказать, мужчины же они вообще в этом плане такие. Ну, со здоровьем. Ну, кто понял, тот понял. Не могу сейчас правильно сформулировать. Не то, что слабенькие или как они. Но они, если вот они заболели, сразу все. Все, сразу они все больные помирают. Так, что мне тут? Правда, что-то больше посыпать нечем. Тогда просто посолю. Такая погода у нас, 19 градусов, ветер, даже дождик был. Пашка говорит, наоборот, хорошо, что не жарко. Сегодня тоже смотрела погоду на Алтай. Но вот думаем все-таки, как с Алтаем быть, потому что неохота тоже в дождь сидеть в домике. Ну или где там в гостинице, где мы хотели снимать. А погоду не предугадаешь. Так. Аня спит еще. Ну все, вот у нас обед тут сколочен, да, папуль? Пашка еще лук обжарил. Ну пока же готовите, мясо пока разогрели. Сейчас подожди. Да, тут огурчики у нас соленые. Давай. Да, сейчас вот обжарилось. Прям здорово. Так, ладно, тут одной рукой мне неудобно. Ну, всем приятного аппетита. Такая вот вкусненькая. Мне кажется, она даже вкуснее, чем вот покупали, которую в наборе. А, не типа, которая с бургером. На улице так комфортно. 20, и в то же время 20 не, градусов, да? 20-21. Не сильно жарко и такое. И не холодно. И не сильно холодно. Ну, а мы передачку сейчас еще свежих булочек купим по дороге в универсам. Ну, я уже говорил, да, что у нас вкусно пекут. Да, и свеженькие как раз. Вот. Ну, и заодно прогуляемся. Так. Не, погода хорошо прям. Хотя и солнце, и такой, знаете, как немножко такая прохлада. Давно так не ходил. Вот такой плакат сделали, прям как реальный 3D такой, это вокзал. Ярко так сделали. Да. Ну, а мы к брату все так же идем, еще прогуливаемся. И это... Все хорошо, погода. Все, мы уже к больнице подошли. Статуя это. Так, главное, чтобы этот корпус найти. Тут же много корпусов разных. Ну, территория мне нравится, такая обустроена хорошо здесь в больнице. Здесь очень большая территория, лавочки, чтобы гуляли. Там, прикинь, она соединяется вот с этим. Да, тут большой. Клиническая больница номер один.
И что, как узнать? Вот это какой корпус первый? А здесь лифт. Так. Ищем, ищем вход. Вот это, блин. Вот это, вот сюда вот. А может быть, вон тот вход. Тут сюда? Очень много домов, реально. Корпусов тут, этих. Корпусов. Тут, видите, все по-разному. Гинекология, ну, терапия, кардио. Всего полно-полно. Вот он, терапевтический. Вот этот? А, терапевтический, да? В принципе... Конечно, оттуда будем видеть. Видно, да, на остановку? А вон он, Серега. Где? Вон он. Вон же. Ну, пойдем, Маша, да? Пойдем, а пойдем, вон он. Пойдем, хочешь потравить? Ну, пошли вот... На асфальт сейчас выйдем. Да, на асфальт сейчас выйдем. Увидел, увидел. Мою по окошкам думаю, да. Ну хоть правильно мы направляемся, получается. Говорит, ему сейчас бы там блуждали бы. А ты какой его увидел? Я бы вот фиг увидел. Что, ма? Так, а не тут заходить? Заходить-то здесь. Ну. Ну пойдем, зайдем, отдадим за все. А Сережка уже все ушел, он в палату зашел. Ну все, ну пошли, наверное, здесь заходить. Ну вот давай-ка здесь, конечно. Ну. Вот здесь пускай. Да, вот тут кафешка вот так. Да. Ну как оно тут, да, белые стульчики, нет, тут этот, покушать есть, салатики. Тут даже кофе, да? Тут... В общем, лимонад. А там раздевалка вон. Я не путал. Да, и там дальше пропускник, там лифт и все такое, они сидят, приняли. Понятно. Ну. Ну, оно вон, четвертый этаж, когда вон. Ну. Че, как у тебя состояние? Че, вроде бы так. Получше? Сегодня сняли прибор. Сутки ходил с прибором. Ну и как? Как хрен его знает. Прицепили, потом сняли. Чтобы на сутки посмотреть, что как происходит. Ну а давление нормально? На липучках это. Ну вот сегодня давление 130. 130 на 8. Да, не, нормально, нормально. Нормально. У меня дома такого не было, считай, что. Понятно. Ну это потому что я ходить стал. А когда лежал, у меня вот там вообще 120 было. Когда не встал, вот, помнишь? Ну. Зашли на Кирова 65. СМС-ку скидывали, типа берите Nike, иначе он уходит с России. Ребята, знаете, сколько вот эта ерунда стоит синтетика? 12 тысяч. Ценник. 11 700. Что, реально? Бейсболка 2000. Но только такая голубого цвета. Форма мне нравится. Но цвет был бы немножко другой. По-русски сделано в Филиппинах. Сейчас вот этот на Кирова 65, ну, где Nike, там все вот эти фирмы, Соломон. На Nike такие цены бешеные, а просто кофтейка. Кофтейка 12, 10 тысяч. Кстати, так подняли, когда война началась. Но... Добавили 100%. Да кому нафиг нужен тогда? Пусть сами, блин, я кому что? Таскают. А доллар-то сейчас 51, блин. Но... Цены бешеные вообще. Доллар-то упал уже. Но... Пошел на ту лавку туда. Закурим. Ну, куда-нибудь. Короче, мы прогуливаемся, отдыхаем, погода комфортная. Не жарко и не холодно. Не жарко, не холодно. Он, Пашка так загоревший, ему когда на море, он и так, как в Турции побывал. В Турции я почернел бы, сама бы. А ты и так почернел, и без этого. Что, на ту лавку, что ли? Зашли в Фикс Прайс. Смотрите, какие вазы.
Прикольно, да? 349, наверное. А вот уже какая. Вот под масло, прикольно. Ну, так, прикольно. Мне кажется, удобно. Раз, и все. Вот с таким горлышком. Сто лет не заходила. Органайзер для специй. Ложками. Вот, мне кажется, вот это мне надо. Как он? Видите, как? Мне надо там порядок в шкафу сделать. Такие вот уже всякие баночки. Пашка у меня уже где коматики отгоняет. Сходили в магазин «Лента». Чисто фруктовые и овощные сделали закупки. По деньгам ушло 1351. Сейчас немножко покажу и расскажу по ценам. Ваша любимая рубрика по ценам. Во-первых, так, ладно, шоколада возьмем. Шоколада вот такая вот, типа помадки шоколадной, в виде помады. По 9 рублей они. Да, реально вот так сделано. Такая вот. Ну как, внутри пустой шоколад. Дальше, просто из мороженого. Ну, вот эти мороженые недорогие. Я бы, честно, таки не взяла, это Пашка взял. Я говорю, мне даже вот типа шоколадного не берите. Что-то они, по-моему, по 20 рублей или сколько. Вот такие вот со скидкой 13 рублей. Вот такой я взяла. Скажем, по мороженому, кроме... Ну, мне вот такой не надо. Хлебушек небольшой, 15 рублей. Из конфеток. Что-то сладко захотелось, блин. Ну, такие вот какие-то конфетки. Блин, мешок рваный. Пашка взял всем по конфетке. Они что-то недорогие. Три конфеты вышли на 29,68. Чисто кофе. Блин, тут слепилось. Кефир и молоко. Что-то кефир, по-моему, 62 рубля. Молоко 59 рублей. Так. Слива красная по 99 рублей за килограмм. Здесь 890 грамм. Бананы. Бананы 98 рублей за килограмм. Такую связку взяла. Груши конференц. Три штучки обошлось 680 грамм по 169 за килограмм. Такие средние. Ну, вроде как выбирали помягче, потому что твердый неохота брать. Дыньки. Две дыньки взяли. Но она прям пахнет реально дыней. 89 рублей за килограмм. Каждая около килограмма. Вот, допустим, вот это 926 грамм. Реально. Так, что-то еще. Сумка. Зелень. Взяли салат 29 рублей. Я еще взяла вот такие абрикосы. Пашка не хотел их накладывать, я взяла 129 рублей за килограмм. Да, 129. Сейчас скажу точно. А, 190, нет, 198 за килограмм. 422 грамма на 83 рубля. Ну, выбрал такие, чтобы поспелее были. Все такое. Говорят, абрикосы и шалах вкусные. У нас вот в Магните они... Вчера по 229 за килограмм продавались, хорошо брали. Ну, такие какие-то еще лимоны, конфетки взяла, недорогие. Так, чисто чай, кофе. Так, дальше. Угу. Персики. Три персика взяла на пробку. Пашка говорит, не бери, выбрать нечего, потому что они как бы твердые, но более-менее какие-то помягче. Но взял три штучки на 34 рубля. Так, у них 149 рублей килограмм. Помидоры уже чуть подорожали, были по 59, сейчас 79. Вот так, чисто на салат. Также для салата огурцы, вот эти короткоплодные, вот эти пупырчатые, самая дешевая цена, 59 рублей взяла, тоже для салата. Также вот вторая вкусно пахнущая дынька колхозница. Кило 52 на 94 рубля. И арбуз.
арбуз по 39 рублей за килограмм, на 5 килограмм, короче, он вышел. Попробуй какой. Да. Это у не русских там видно, а здесь они. А, ну вот. Да, еще взяла вот такие конфетки. Банан. Кстати, на них стоит цена 79, ну, короче, 80 рублей. На сайте я видела по 59 рублей. Вот взяла, короче, вот такую. Вот такие конфеты, короче, взяла. Ну, ты их убираешь где-то? Да, я сейчас уберу. Потом что-нибудь отметим мой... Потом. Скажи. 15 числа. 16. 16 отпуск. Посиди. Ну, мы же меньше сладкого едим, поэтому вот, сейчас они пока не пригодятся. Сладкого? Каждый день сладко что-нибудь едим. Такого не бывает. Нет. Вчера мы какой сладкое? Дышка на что-то сладкое. Мы еще сегодня также по дороге Фикс Прайс заходили. Я взяла этот... ароматизатор в ванну, по-моему, 27 рублей, тоже там на них цены поднялись, там, не, ну, там были 99 рублей, но там, честно, запахи попробовал, не очень, вот это более-менее. Я это, фруктовый асахи делаю тебе. Мукбанг, ты сказал, будет. Ты мороженое убрала? Нет, еще. Так оно растает, так клянусь. Ну на. Давай, морозилку. На, морозилку кидай. Давай, берем морозилку, я не вижу пока. Потом разберем.